Владимир, как распознать руководителя, с которым не стоит работать? Ну, в первую очередь, такие руководители не спешат заключать с вами договора. Они очень много чего вам обещают, но не спешат подписывать бумаги. Это первая позиция. Вторая позиция. Они при первой же зарплате что-то, либо зарплате, либо выплате гонорара, они стараются что-то удержать для себя. И ты понимаешь, что тебя пытаются кинуть. И третье. Люди, нечистые на руку и на душу, часто подобным образом ведут себя, они проявляют свои низменные качества с теми, с кем они работают уже давно. Посмотрите, как этот человек общается со своим заместителем и с людьми, которые в иерархии находятся в вашей позиции или еще ниже, чем вы. Вы сразу поймете, что очень быстро вы попадете в эту же категорию людей. Поэтому, если человек себя проявляет недостойно, то значит с другими людьми, значит, он будет, скорее всего, также себя проявлять и с вами.